Привет всем, и в преддверии Рождества мы начинаем распаковку таких вот старых специальных коллекций киндера, не рождественских даже, а именно что таких, да, на библейскую тему выходила серия, пресепа называлась, выходила она только в Италии, и вот такую оригинальную упаковку коллекции 98-го года мы сегодня распакуем, выходили они на каждый год, да, 99-й, 2000-й будут еще у нас распаковки следующих серий, но вот такая вот особенная была коллекция, такая достаточно, да, достаточно редкая, и сегодня, да, посмотрим, должны вроде бы положить ее всю были в эту упаковку, так. Ну вот в прошлом году мы распаковывали старые рождественские календари, а сейчас будем распаковывать. О, наверное, лучше, наверное, порезать, да, чем отрывать. И открываем эту красоту. Тут-дум. О, тут у нас даже, смотрите, сценка, куда все это дело ставится. А, смотрите, не просто, у нас еще как диорама сделана. О, вау, да, вау, смотрите, как классно сделано, как диорама. О, все это дело можно расставить. Еще одна картонка. Смотрите, все очень классно сделано. О, вау, да. Прям у нас тут настоящую сценку можно рождественскую сделать. И часть коробки как будто бы тоже задействована. Даже есть инструкция, как собрать нам эту рождественскую сценку. Да, с учетом вместе с коробкой и двумя вот этими дополнительными картонками. Да, такая вот диорама у нас. Ну что ж, выглядит неплохо. Давайте ее тоже соберем. Такая у нас рождественская диорама симпатичная получилась. И складывается она тоже достаточно легко. Можно прямо оставить ее в коробке. В общем, неплохо, неплохо делать киндер диорамы. Вообще эти специальные серии. Так, посмотрим, попадется ли нам здесь вся коллекция. И попадется ли только коллекция 9 киндеров у нас. Ну, я предполагаю, что здесь вся, собственно, коллекция и будет из 9 киндеров. Ух ты, смотрите, какая еще красивая прозрачная у нас капсула. Так, прозрачная красивая капсула. Может быть, капсула тоже частью игрушки является, или это просто так сделано специально. Так, ну что, здесь у нас... О, а где у нас вкладыш? Вкладыша нету, что ли? Вот так вот, нету вкладыша. О, понимаете, как хотите называется. Так, мне казалось, что в этой коллекции были вкладыши. О, не очень понятно. Да, вот она у нас здесь. Так, ну сейчас без предположений, кто есть кто. Так, здесь у нас, да, такие вот, такая вот симпатичная, да, симпатичная фигурка. И можно ее тоже поставить. Так, на обложке, наверное, нарисовано у нас, как, в принципе, расставлять их, но, да, можно, наверняка, и произвольно расставить. Так, непонятно, почему нет вкладыша. Так, посмотрим, кто у нас еще в этой специальной коллекции попадется. Открываем второй киндер. Будет ли тут тоже такая специальная капсула? Да, тоже специальная капсула, смотрите. И тоже как будто бы без самой бумажки, да, с коллекции, как она выглядит. Вот такая вот необычная у нас сегодня распаковка необычной коробки. Да, тоже специальная капсула. О, у нас он попадался, этот ослик, но мне кажется, он был со вкладышем. Вот не знаю почему. Мне кажется, я видел вкладыш, может быть, нет. Очень красивая, смотрите, коллекционная игрушка. Прям очень хорошо получилось. И гляньте, какая красота. Да, ослик вместе с собачкой. Вот непонятно, куда собачка на него, наверное, кладется. Вообще удивительно, что нету. Да, вот так садит на нем, наверное. Удивительно, что у нас нету никакого вкладыша. Следующий открываем киндер. И очень красивая, конечно, коллекция. Прям, да, славных традициях киндера, это еще 2000 год, даже 98-й, когда выходили самые лучшие коллекции киндер-сюрприза, еще раскрашенные вручную, и вот такая вот специальная серия, я раньше не знал, что выходили эти коллекции в Италии, ну вот только когда 55 килограмм распаковывали, видел их иногда, но не знал, что это какая-то специальная такая рождественская, библейская, да, коллекция. Итак, смотрим, тоже очень красивые фигурки. Смотрите, какие они классные, качественные сделаны. О, да, такой вот паренек идет, на дудочке дудит. И у него еще башмачки вставляются. Да. Его обувь тоже очень-очень-очень красивая. Очень красивая коллекция. Так, можно хорошо, что можно ее так вот расставить куда-нибудь. Да, давайте посадим ослика, наш собачек куда-нибудь все-таки. У водички сидеть. Так, следующий открываем киндер. Да, здесь у нас наверняка сборок нет. Все 9 игрушек, все будут
коллекционными. Вообще не знал, что она еще с диорамой такое идет, что каждую упаковку у нас еще и диорама к тому же. Следующий открываем. И здесь у нас так. О, вылезла немножко наша диорама. Да, надо так засунуть. Так, здесь у нас так, такой вот мальчик, смотрите, с маленькой, да, с маленьким кроликом на плечах. О, тоже очень классно сделаны игрушки. Прямо приятно держать в руках, такие красивые, яркие. О, вот они вместе, наверное, идут как раз. Так, вместе идут вдвоем. О, и тоже, да, замечательно. Замечательная коллекция. Прям давно такую красивую коллекцию не видел. Прям не хуже, чем те старые, самые старые бегемотики, пингвинчики. Очень хорошо сделаны. Прям приятно держать ее в руках. Так, следующий киндер у нас немножко повредился. О, удивительно, что нет, конечно, вкладыша. Ну, наверное, нет, поскольку тут у нас оригинальный из Италии. Диорама, и, наверное, вот нету вкладыша у нас. Только в каталоге смотреть. Так, здесь у нас тоже, смотрите, какая красота. У нас здесь мама, наверное, с ребенком. Да, несет кувшин большой. Очень красивая коллекция. Очень красивая коллекция. Так, мама с ребенком несет большой кувшин. Прям захотелось их все собрать. Каких-то у меня, по-моему, нету. Надо будет поискать. Может быть, найти. Да, вот такая вот у нас тут сценка. Наверное, мальчик хочет молока, просит, не знаю, у мамы или у тети. В общем, тоже такая симпатичная очень игрушка. Так, следующий открываем киндер. Сколько у нас? Еще 4. Прекрасная коллекция. Интересно, какие у нас другие будут. Еще будет много у нас распаковок, пресепы серии. Так, открываем. И тут у нас... Так, тут у нас снова какой-то зверята, да, зверята, теперь у нас как будто бы корова, да, ух ты, очень красиво, да, корова вместе с осликом, и у нее в таком же стиле сделано, у нее сидит на ней белочка на ней отдыхает, или вот так, наверное, да, вот так, наверное, сидит она, о, корова с белочкой, и давайте тоже ее туда вместе к ослику поставим. Так, следующий открываем киндер. Так, что у нас? Наша такая цветная специальная капсула. Открываем. А, так, кто у нас здесь еще? Я, кстати, не знаю, это первая коллекция 98 года или была еще? До этого надо посмотреть, но первая, которую мне удалось найти. О, такой вот дядя у нас, палочка идет. О, и... Тоже они такие, конечно, классно так прорисованы, очень красиво прорисованы, смотрите сами, и, о, прям, да, прям супер, раскрашены вручную, и дядя у нас пускай тут будет стоять с палочкой. Так, еще 2 игрушки у нас в этой коллекции, открываем, так, снова капсула развалилась, и так, здесь у нас, кто у нас здесь, ух ты, ангелочек. Так, ангелочек у нас такой с крыльями. О, да, удивительно, что нет инструкции, все равно, если такого не видел, там не было. Как собирать игрушку, ну, понятно, что догадаемся, но вообще все-таки странно. Да. Итак, вот такой вот у нас ангелочек симпатичный, тоже летает, и куда бы он нам повесить на дерево, не знаю. Ну, можно его куда-нибудь, наверное, прицепить здесь. Наверняка для него место было придумано, куда его можно прицепить, и... Не знаю, куда. Можно вот такого, наверное, вот так прицепить. И последний киндер в этой коллекции. Так, пресепа. Очень класс. Я прям не ожидал, что будет такая красота, что и будет диорама настоящая. Игрушки будут такими красивыми. Так. Да и капсулы тоже такие красивые, смотрите, разноцветные. Так, открываем. Кстати, удивительно, 98 год, видите, капсулы уже как новые, да, не та, которая одна в одну вставляется, хотя нет, наверное, в Италии были такие капсулы, мне кажется, в моем детстве тоже были вот такие капсулы, не соединенные, отдельные, не вставлялись одна в одну, но вот в Германии выходили долго, вставлялись в одни в одну капсулу. И вот он, наш ребеночек родился, да, я предполагаю, это все-таки, да, у нас библейская тема, и понятно, кто это родился. Может быть, все-таки это первая игрушка прицепа коллекция, поскольку дальше, наверное, будут другие сценки у нас рассказаны.
Да, и вот еще и две собачки вокруг у нас. Так, наверное, все-таки вот эта маленькая сюда идет. Да, маленький щенок с этой стороны. А большой, наверное, с этой. Да. И вот такая вот очень-очень-очень тоже красивая у нас. О, не вставляется. Да, такая вот красивая у нас тоже коллекционная игрушка. И вот он родился. Да, а это, наверное, мама. Да, зовут ее, наверное, Мария. Так. Ну что ж. Очень красивая коллекция, друзья. О, понравилось мне. Обязательно продолжим распаковку серии прицепа. Это было 98-го года. Будет следующая у нас 99-го. Попробуем найти все очень классные коллекции. Жаль, что Kinder сейчас не выпускает ничего такого подобного к Рождеству. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Пока-пока.